поаплодируем всем присутствующим детям здесь на соревнованиях. Мы начинаем, уже продолжаем эти соревнования. Наши соревнования называются в двух категориях. Это кикбоксинг лайт контакт и кикбоксинг разделик K1, а также категория рукопашный бой. У нас представлены много спортивных клубов, а также две страны, Республика Беларусь и Российская Федерация. Спортивного магазина «Бигспорт» мы вручаем ей бойцовские перчатки. Фитнес, тяжелая атлетика, единоборство, огромный ассортимент спортивных товаров. Зайди на сайт, не пожалеешь. BIGsportFIGHTER. Ребята, вы молодцы, что выбрали спорт. Я вам желаю успехов. Никогда не бросайте руки, не опускайте. Всегда идите к своей победе, к своей мечте. Нет поражений. Это только лишний повод осознать свои ошибки и двигаться вперед. Поэтому будьте всегда, стремитесь к своим целям, идите вперед и не опускайте руки. Я вас очень прошу. Спорт для сильных. Так что я вам желаю победы, успехов и будьте здоровы. Вас приветствует бойцовский клуб «ДэМир». Упражнения на общую физическую подготовку. Техника ведения поединка в стиле тайского бокса и рукопашного боя. Обязательно упражнения для самообороны в стиле борьбы. Упражнения для развития силы, координации и выносливости.